Привет, друзья! Сегодня мы приготовим мой любимый рецепт — макароны по-флотски с куриными желудочками. Я его еще люблю как воспоминание о моей службе в военно-морском флоте. Мы его там часто готовили, и нам очень нравилось. Рецептов по таким названиям очень много. Ну и каждый вносит в рецепт свои изменения, там, дополнения. Ну и мы несколько изменим. Мы вместо мяса внесем в этот рецепт куриные желудочки. Это тоже очень вкусно и получается бюджетно, не так дорого. Начнем работу. Желудочки мы помыли, обработали, срезали с них лишний жирок. Я вот специально оставил, чтобы показать. Вот этот жирок я весь поснимал. И мы на нем будем обжаривать фарш и лучок. Это натуральный жир, не надо никаких там масла всякого, там жиров. И мы его используем в дело. Так. Желудочки я отварил. Варил я их целый час. Они уже почти готовы. Мы их будем сейчас пропускать на мясорубке, на крупной решетке. А дальше посмотрим. Посмотрите, как будет получаться. Желудочков у нас тут 2 килограмма. Ну что, будем пропускать чуть в мясорубку, рубить. Ну что, рубим желудочки на мясорубке, на крупной решетке. Поехали. Мясо, желудочки порубили, порежем лучка. Лучка нам надо много, этот рецепт любит лучок. Резать будем, сейчас покажу. Не сильно мелко и не сильно крупно, чтобы видно было в блюде лучок. Это, как и мясо, тоже важный ингредиент в этом блюде. С лучком мы закончили, пусть он ждет своего часа. Нам нужен еще чесночок. Но мы его резать не будем. Мы его подавим и все. А дальше я вам покажу, что мы с ним будем делать. Я его давлю, чтобы он больше своего запаха отдавал. Так, подготовили. Ну, сейчас идем растапливать печь и будем дальше готовить. Казан наш 12-литровый нагрелся. Первым делом запускаем жирок от желудочков. Thank you.
Мы их немножко растопим, чтобы они дали жарок, и уберем их, чтобы они не горели. Пусть топятся. Так, куриный жирок выполнил свою миссию. Мы его сейчас будем удалять. У нас его тут достаточно. Жирок этот куриный легко усвояемый. Не страшно его использовать. Естественный продукт, без всяких добавок. Мы его удалим, чтобы он не горел потом у нас. Ну и в блюде зачем он нужен? Он уже сухой. И как обещал, я сейчас покажу, что мы будем делать с чесноком. А мы будем делать его, отправлять в масло, чтобы он отдал свой запах маслу. Немножко он там пожарится, и мы его опять удалим. Вот так. Немножко, чуть-чуть он потемнеет, и мы его удалим. Какой запах пошел, а? Масло будет пахучее, пахнущее чесноком. Вот, он уже начинает темнеть. Тоже выполнил свою роль, удаляем. Чесночок удалили. Следующий продукт у нас идет лучок. Будем его обжаривать. Подзолотим его немножко, и чтобы он уменьшился в объеме. Пусть жарится. Лучок наш подзолотился, поджарился. Следующий этап пошли куриные желудочки. Пусть дружат они теперь с лучком. Будем обжаривать фарш вместе с луком. Казан у нас 12-литровый. Ну что, друзья, фарш наш немножко обжарился. Не будем его сильно зажаривать. Он уже и так хороший. Пришло время посолить, поперчить. Что мы сейчас и сделаем. Перчик молотый. И соли. Ну, соли на глаз. Не могу вам сказать сколько. Все мешаем. Так, немножко расскажу за макароны. Макароны у нас из твердых сортов пшеницы. Я их дома предварительно отварил. Я брал две пачки по 600 грамм. И сейчас мы их в казан будем опускать. Запускать. Вот они у нас какие. Вот так. Красота.
все перемешиваем. Семья у нас большая, все поедим. Ну что, друзья, макароны по-флотски у нас готовы. Приступаем к сервировке. Ну что, друзья, наши макароны по-флотски сытные, вкусные, готовы. Попробуйте и вы приготовить с куриными желудочками. Может, и вам понравится. До встречи на канале.